Один из примеров такой партнерской проверки наработанных образцов продемонстрировала вторая городская больница Белгорода. Там проверку качества бережливых проектов провели эксперты госкорпорации «Росатом» при участии представителей регионов. Полтора года назад эта клиника стала пилотной площадкой по внедрению бережливого управления в стационаре. Результат увидели сразу. Это и сокращение времени пребывания пациента в больнице, оперативность действий врачей и медперсонала, а главное – своевременное оказание помощи. Как пример – травмпункт. Уже в первый год внедрения бережливых технологий здесь удалось сократить время приема наполовину. Отработав принципы бережливости на одном процессе, ввели эту практику для всех отделений клиники, от приемного и диагностического до оперблока и стационара. Для нас это была непонятная ситуация, что это такое и как это работает. И действительно, мы с головой погрузились в бережливые технологии, в бережливые проекты. Сегодня мы видим результаты. Результаты, которые дали нам возможность более оперативней, с минимальными потерями оказывать помощь нашим пациентам, которые к нам обращаются, а также более эффективно на местах выполнять работу нашими специалистами. Теперь своими успешными практиками вторая городская больница Белгорода готова делиться и с другими. Мнение участники форума высказывали тут же. Приехали мы для того, чтобы в целом изучать опыт Белгородской области в применении бережливых технологий. А вот непосредственно городскую больницу номер 2 нам сегодня демонстрируют как образцовую больницу с точки зрения организации всех медицинских процессов. Безусловно, очень интересно знакомиться с лучшими передовыми практиками, чтобы потом в дальнейшем внедрять их в свою работу.